Привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Обычно я каждый день разговариваю помидоры, томаты, но сегодня у меня исключение, потому что я пришла вот сорвать огурчики на салат. И сегодня как раз пришло сообщение, не помню, в Одноклассники, по-моему. Желтеют листья салата, желтеют листья огурца, что делать? Я вот зашла в теплицу и вспомнила. Сейчас расскажу в двух словах, но я еще раз хочу дать совет тем, кто недавно добавился, например, там и на канал YouTube или в Одноклассники. Если у вас есть какой-то вопрос, вы хотя бы на YouTube посмотрите темы, отмотайте назад, потому что и про огурцы, что любят огурцы, я уже нынче снимала весной. И в прошлом году все подробно рассказывала, что я добавляю в огурцы, что делать, если листья желтеют. Но обычно, если желтеют листья огурцов, это значит, ему не хватает элементарного, например, азота, каких-то... Вообще, я хочу сказать про огурцы, я уже говорила весной, несмотря на то, что мы их рвем, стараемся вот такими маленькими, они же не дожидаемся, когда будут огромными. Несмотря на это, они очень прожорливые, они любят все вот эти вот азотосодержащие подкормки. Я сейчас вот вниз потихоньку опущусь специально, у меня одна рука занята. Я весной ложила вот ому весеннее, там азот превышает калий и фосфор. Если для томатов мы говорим, что азот не нужен, то для огурца азот просто необходим. Если у вас желтеют листья, можно делать азотосодержащие подкормки любые. Огурец любит, и можно и перегной, и что там еще, и куриный помет поливают, и коровяк поливают. И если нет ничего, идите в магазин, купите просто комплексное удобрение. Или можно полить вот это черное жидкое, продается в бутылках 1,5-литровых удобрения. Все это огурец любит, за все это он будет благодарен. И, как обычно, позеленеют листики, повысится урожайность. Я высаживаю огурчиков немного, и очень мало о них видеороликов, потому что я обычно выращиваю гибриды, и рассказать о них нечего. Как обычно, посадил и забыл. Вот они вьются у меня по веревочкам. Я хожу, просто собираю. Вот сейчас покажу. Ой, у нас тут небольшая такая теплица самодельная. Вот они тут у меня растут прям просто на веревочках. Увижу, что поспели. Пошла, собрала, использовала. И про них рассказывать нечего, потому что тут все уже... Ну как, я их не сильно не формирую. Они вот разрастаются у меня во все стороны такими, как... И пасынки иногда не удаляю, все обвешиваются огурцами и все. Но я их в течение лета, сразу говорю, я ничем не подкармливаю, потому что я стараюсь все это сделать заделку весной, чтобы летом мне не мучиться. Кладу сразу побольше перегноя, черной земли свежей, вот этих удобрений весенних, все добавляю, размешиваю, золы добавляю и высаживаю огурец. И на сезон им хватает. Все, вот это был такой беглый ответ, краткий. Что делать, если листья огурца желтеют? Я сразу еще раз повторю, я сама это не делаю, я все делаю весной. Но если желтеют, это значит, им нужен азот. Все, до свидания.